На самом деле была мысль на Новый год выставить фотографию уже общую, совместную, сказать всем этот, вот, знакомьтесь, Саша. А потом что-то этот, такие, ну что, выставляем? Да нет, давай не будем выставлять. Короче, ну как бы это такое, ну все равно, мне кажется, какая-то личная жизнь, она личная, и ну все же просто хотят посмотреть. А всем типа, же интересно. Как, урод или красавчик? Интересно. Жирный, может быть, там, высокий, или может быть у него рост 1.50 м, да? Людям же просто надо пообсуждать. Ну, а нам хорошо вместе, поэтому зачем обсуждать, да? Чтобы порадовать всех? Не знаю, даже... Я же звездой хотела быть, он звездой вообще не собирался быть. Официально в паспорте штампа у нас нету. Вот, поэтому, но у меня столько знакомых, которые поразводились, и я вот это смотрю на эти идеальные семьи, мне так этот, так всегда грустно, и я понимаю, что, господи, вообще ничего не решают, никакие штампы, ты либо счастлив, либо несчастлив. А сейчас, мне кажется, вообще, ну там... Кто-то мне недавно сказал, что вообще штампы же были придуманы для дележа имущества потом. Угу. Да, то есть ты как бы понимаешь, что тебе нужно поставить штамп с мыслью о том, что потом это нужно будет делить там ребенка, какие-то квартиры, машины и так далее. Мне эта мысль как-то, она мне такая грустная какая-то. У нас появилась новая квартира, и мы ее вот как раз уже вот сейчас... Обустроились. Да, обустроились, и мама уже недавно пришла и говорит, о, ну все, то у вас было красиво, а сейчас уже нажили себе уже куча всего, уже когда все такое завалами становится. Вот, поэтому у нас потрясающе. Дом, который мы обожаем, и когда приезжаем из поездок откуда-то, из каких-то отелей, заходим и домой, блин, как классно, круче, чем в любом отеле.